Здорово, народ! Здрасте, люди! Хеллоу! Здравия желаю, уважаемые! Соскучился я по вам. Не видел давно, не слышал. Хотя как не слышал? Как я могу вас слышать? Я могу вас читать. На дорогу смотрю. Смотрю на дорогу. Я читатель. В перископе я читатель. Киев, здорово. Польша, здрасте. Грозный, привет. Я трезвый абсолютно. Сейчас скажете, что опять бухаю. Не бухаю. Вообще не бухаю. Я штангу поднимаю. Я, блядь, штангист. Штангист, ё-моё. Не, штанга — это круто, я тут штангу понял. Я вот еду домой с работы, задержался сегодня на работе. Много работы работал. Хотите, скажу, сколько сегодня? Провел одно групповое занятие, одно двойное занятие, одну тренировку по боксу, одну тренировку с юношей, одну тренировку со старшим юношей, одну тренировку с мужчиной в расцвете лет. Сам занимался только тем, что показывал упражнения, и занимался боксом. Подставлял лицо два раза. Это тренировал уходы и уклоны. Часы у меня — это Polar. Polar. Куда я? Что я показываю? Часы, вот они, Polar. Это мне подарили друзья из M-Fitness. Ригерт вообще красавчик. Вообще молодец. Такой нормальный пацанчик. Ригерт красава. Наш человечек. Что за машина? Да нормальная машина. Че? Машина как машина. Хотите, газану? Вау. А вам слышно рев мотора? Вау. Я обожаю этот рев мотора. 9-1-1. За рулем не опасно ли читать перископ? За рулем не опасно не читать перископ. Я просто поглядываю. Штраф 500 рублей, ну их все равно. Подумаешь, жена оплатит. Жена, ты оплатишь? Жена, ты в перископе? По цене 9.1.1, по налогам 55 тысяч рублей в год. По налогам плачу налоги. Исправный налогоплательщик. Ты что-то нервный какой-то. Я просто люблю свою машину и нажимаю на педальку. А когда нажимаю на педальку, мяу, блин, вот это кайфово. В Москве тепло. В Москве 3 градуса тепла, ё-моё. Теплона в Москве. Когда в ЕКБ? В ЕКБ скоро. В ЕКБ скоро. Волосы зачем крашу? Так не крашу, это от стероидов у меня все. Вы не знали? У кого-то выпадают, а у кого-то белее. Если таблеточки были белые, волосы бледнеют. А если розовые, то розовые места становятся еще более розовыми. Надолго в ЕКБ. Надолго. В ЕКБ надолго. Будем строить зал, открывать клуб. Будем вести его работу. И будем вести работу. На ужин. Что на ужин? На ужин у нас сегодня котлеточки, салатик. И что-то еще жена мне обещала. По-моему, минетик, да, называют? Ой, нет, извините, этот. Забыл. Называется, а как же Москва, дом, бади. А дом — это там, где твои любимые, это там, где тебя любят и ждут, а не там, где у тебя собака живет. А собака, в общем-то, любит и ждет, поэтому там, где собаку, куда возьму с собой собаку, там и дом. Люблю собаку. Жена писала, я пропустил, потому что на дорогу смотрел.
Собака живет на улице. Жена писала. Ксюх, ты что там рассказываешь? Ходила в перископ. В перископ ходила в туалет. Эрика Давыдович, не знаю. В Украину приехать планы есть. Зовут в Киев. Саня Кравченко зовет. Кроссфит-банда открывает. Дети мой перископ смотрят, поэтому материться нельзя. Лучшие результаты в тяжелой атлетике были в Таиланде в прошлом году. 107 рывок, 115 толчок. В этом году рывок был сотка, а толчок был 115. 120 не толкал. А я салатик имел в виду. Салатик. Какой сейчас вес? Вес сейчас 81,5 килограмма. 81,5 килограмма. Я тут уже спать собрался. Ну, спи. Я тебе спою колыбельную. Спи, моя радость, усни.